Мы продолжаем изучать евклидовые пространства. И сейчас докажем такую теорему. Евклидово пространство, то есть векторное пространство на D, в котором задано скалярное определение, и E1, E ортонормированный базис, то есть вектор E1, E попарно ортогональный, длина каждого равна единице. Дальше мы рассмотрим векторы, вектор, произвольный вектор V из E, и также вектор X, разложенный по базису. Справедливые формулы, которые вы уже видели для случая n равно 2, n равно 3. Я сейчас напишу несколько формул, которые вы уже видели в курсе аналитической геометрии для случаев n равно 2 и n равно 3, а сейчас мы их докажем для произвольного n. Формулы вам хорошо знакомые. Например, скалярное произведение x и y, когда векторы x и y разложены по ортонормированному базису, то скалярное произведение легко посчитать по обычной формуле. Это будет сумма x и t умножить на y и t. Но все это справедливо только когда мы используем ортонормированный базис. Длина вектора x в ортонормированном базисе тоже по обычной формуле вычисляется. Стоит сумма квадратов координат. Наконец, как, значит, а вот вектор V у нас произвольный, и как его разложить по ортонормированному базису, каковы его координаты в этом базисе. Может быть, кто-то может уже сказать мне, какие написать координаты здесь. Я хочу произвольный вектор V разложить по ортонормированному базису. Какие-то у него будут координаты. Вспомните, было ли такое на аналитической геометрии, и тогда легко получится вообще для произвольных евклидовых пространств. Но компоненты вектора V будут по координатам. У нас E – это некоторое векторное пространство, абстрактное. На нем задано скалярное произведение. У вектора V нет никаких компонентов. Это какой-то абстрактный вектор. Мы хотим разложить его по базису E и T.
него в любом вектор V можно разложить по любому базису, мы хотим разложить по ортонормированному базису. Там координаты будут особенно простыми, легко вычисляются с помощью вектора V и векторов E и T. Не припоминаете такого? ВИТ вроде. ВИТ на ЕИТ понятно. Что есть ВИТ? Что такое ВИТ? У нас есть вектор V. Больше про него ничего не известно. Он вектор. Никаких компонент у него нет. Это же абстрактный вектор. Это может быть многочлен. Помните, мы ввели понятие, ну там у нас оно, правда, было бесконечно мерным. В общем, эвклидово пространство может быть очень абстрактным. Никаких компонент у вектора V в принципе нет. Ну, скалярное произведение V с E. Да. Да. Именно так. Давайте докажем. X, Y подставляем их в выражение. Здесь индекс суммирования заменим на G для удобства. Скалярное произведение линейно по каждому из своих двух аргументов, это выражение можно переписать так: двойная сумма и шли от 1 до n. Здесь x и t умножить на y житая, здесь явное произведение яитого с ежитым. А чему равно это скалярное произведение яитого с ежитым? Можно очень легко записать, используя значение, которое мы когда-то из прошлого семестра. Если это у нас ортонормированный базис, такое вот скалярное произведение, как записать? Ну, это будет модуль яитого. Собственно, ноль просто можно. Нет, и G произвольный индекс, это довольно, они могут совпадать или не совпадать. Косинус. А, через дельту Кронекера? Да, через дельту Кронекера. Косинус, вот кто-то робко произнес слово косинус. Вот, значит, хочу вас предупредить. Это абстрактное, вот хочу, чтобы все хорошо поняли. Нам дано евклидово пространство. Что это значит? Значит, это векторное пространство над полем вещественных чисел, на котором задано скалярное произведение, которое... А скалярное произведение – это просто отображение. Скалярное произведение. Никакого косинуса там исходно нет. Это отображение из e умножить на e в s. Вот. По двум векторам там, u и v, если данные два вектора у и в, по ним строится вещественное число, и больше ничего нет. И оно, и это, соответственно, удовлетворяет некоторым свойствам, которые мы выписывали. Никаких косинусов здесь исходно нет.
Если нам для любых двух векторов УВ из Е, их скалярное произведение является вещественным числом. И оно удовлетворяет некоторым свойствам, которые мы выписывали там. В частности, есть линейность по каждому из аргументов и некоторые другие свойства. Никаких косинусов в определении скалярного произведения на эвклидовом пространстве не используется. Пример с косинусами, который вы на аналитической геометрии видели, это пример эвклидового пространства. То есть, если взять обычное пространство обычных векторов на плоскости, например, оно, на нем можно, это вещественное векторное пространство размерности 2, и на нем можно задать скалярное произведение с помощью школьной формулы, включающей косинусы. И это будет пример эвклидового пространства. Общее определение эвклидового пространства никаких косинусов не использует. Так вот, действительно, получится, можно кратко это описать как просто дельта Кранекера, которая, напомню, является так. Она равна нулю, этот символ дельта и жи равен нулю, если и не равно жи, и единице, если и равно жи. Если и равно же. Вот. Значит, таким образом, эта сумма записывается так. Модель Кранекера. Вот, смотрите, у нас суммирование по двум индексам, и g от 1 до n, но здесь стоит дельта Кранекера, которая, если при i не равном g, дельта Кранекера равна нулю, значит, из всей суммы остаются только члены, где i равно g, и там этот символ равен единице, значит, вся эта сумма равна тому, что написано выше. Вот. Дальше. Эта формула легко следует из предыдущей. Пишем по определению. Длина вектора x есть квадрат корень из скалярного произведения x с самим собой. По доказанному получается, применяем эту формулу для y равного x и получаем вот такое выражение. То есть как раз то, что написано там. И, наконец, последняя формула теоремы. Тут мы... свойства, которые доказывали на первом занятии про эвклидовое пространство. Давайте вспомним такую утверждение у нас было. Мы его сейчас оформим в виде леммы. Тогда оно возможно называлось теоремой или предложением. Сейчас его вспомним как лемму.
пусть даны нам два вектора V и V с волной. Предположим, что они удовлетворяют такому свойству. Для любого вектора W справедливо равенство скалярных произведений. Даны два вектора V и V с волной, и мы предполагаем, что вот это равенство V и V с волной даны, и мы предполагаем, что для любого W справедливо это равенство, тогда обязательно V равно V с волной. Это мы доказывали. Докажем теперь лемму 2. Пусть у нас есть базис в пространстве Е. Снова рассматриваем два вектора V с волной. Предположим, что такое равенство справедливо. Скалярное произведение V с яитым равно скалярному произведению V с волной с яитым. Для любого и. Тогда, как и в первой лемме, V обязательно равно V с волной. Лемму 1 мы уже доказывали. Можете ли вы мне сказать, как доказать лемму 2, если разрешается пользоваться леммой 1? Ну, мы можем просто любой вектор с помощью базисных представить. Вот таким образом просто по мультипликативности разложить. Линейность. Ну да, линейность. Разложить или сложить и получить лемму 1. Воспользоваться ли? Да, спасибо, да. Правильно. Значит, возьмем W какой-то вектор. Возьмем произвольный вектор W, разложим его по базису EIT. И вычислим скалярные произведения из леммы 1. В с W скалярное произведение можно записать так. Линейности это получает, можно записать, можно сумму вынести вперед и коэффициенты W и T у нас вещественные числа. Это координаты вектора W в базисе E и T. По линейности скалярного произведения эта сумма
эта штука может быть записана следующим образом. Здесь стоит в скалярном произведении VS и тым. Вот. И с другой стороны посмотрим на скалярное произведение V с волной с W. Аналогично получаем следующую формулу. По условию леммы 2 у нас это равно нижнему члену. Эти скалярные произведения равны. Следовательно, получаем мы такое свойство, что для любого... Таким образом, из тех границ следует, что для любого W скалярное произведение V с W равно скалярному произведению V с волной W. Следовательно, по лемме 1 V равно V с волной. И лемма 2 равна. Я лемму 2 мы собираемся применить для доказательства последней формулы теоремы 1. Применим мы ее так. У нас есть вектор V. Мы рассмотрим вектор V с волной, равный правой части. Мы хотим доказать вот это равенство. Да? Значит, правую часть мы обозначим через V с волной. И докажем, что V равно V с волной. Для этого по лемме 2 достаточно доказать, что вот такие скалярные произведения равны для любого i. Индекс я тогда возьму другой. Для любого g от 1 до n. V скалярное произведение V с EG равно скалярному произведению V с волной с EG. Итак, мы хотим доказать, что V равно V с волной. Для этого воспользуемся лемой 2. Достаточно доказать, что такие вот скалярные произведения равны. Мы вместо индекса I пишем G. И замечаем, что нам достаточно доказать вот это равенство для всех G.
И это сделать не трудно. Давайте напишем правую часть, вычислим. Вместо V с волной подставим нашу формулу. Здесь ежи. Теперь воспользуемся линейностью реального поведения по первому аргументу и получим такое выражение. Видим скалярное поведение Яикова с ежитым, где g от 1 до n. Это скалярное поведение равно дельта ИЖ. В общем, оно, если и не равно g, оно равно нулю. Если и, если g равно и, оно равно единице. Значит, все это выражение. Значит, смотрите, здесь у нас сумма из n слагаемых, у нас g у нас фиксировано, а i от 1 до n. И получается здесь сумма из n слагаемых, при для, мы берем одно слагаемое для каждого i от 1 до n, но вот этот член не равен нулю только когда i равно g. Значит, из n слагаемых остается только одно слагаемое, когда соответствующее случаю, когда i равно g, значит, остается что у нас? Значит, из всей суммы остается одно слагаемое, соответствующее одно слагаемое для i равного g. Тогда здесь получается, единица. И значит, вся сумма может быть записана так. Деление v с ежитым, умноженное на единицу. И это как раз таки равно левой части. Так что мы доказали это равенство для любого g. И значит v равно v с волной. Теперь давайте такое новое понятие рассмотрим.
получится. Нам дано видеопространство Е. И в нем дано код пространства L, векторное код пространства. Введем понятие ортогональное дополнение под пространство L. Ортогональное дополнение по пространству L – это такое множество векторов из E. Сейчас я его опишу. Оно обозначается так. Мы берем наше подпространство L и пишем его верхний индекс в знак ортогональности. Вот такое обозначение для ортогонального дополнения. И оно, и это множество можно писать так. Оно состоит из векторов U, что вектор U перпендикулярен всем векторам V из L. Это множество L со знаком ортогональности также называется ортогональным дополнением к подпространству L. Ортогональное дополнение под пространство L или ортогональное дополнение к подпространству L. Два способа сказать одно и то же. И множество это записано здесь. Давайте словами его опишем. Вектор U из пространства E принадлежит
видит множество переортогональные. Принадлежит этому ортогональному наклонению, тогда и только тогда, когда когда вектор У ортогонален всем векторам В из пространства Г. Понятие важное, давайте его не спеша освоим. Начнем с примеров. Посмотрим векторное пространство V2O, состоящее из векторов на плоскости сначала в точке O. Вещественных чисел, на нем есть стандартное столярное произведение. И тем самым оно становится евклидовым пространством. Пространство L и опишем его ортогональное дополнение. Мы возьмем какую-нибудь прямую, пи, пусть пи, прямая. Через точку О и возьмем такое подпространство L, у нас будет подпространством пространство V2O. L состоит из векторов на прямой P. Мы знаем, что это подпространство одномерное. Тогда давайте опишем ортогональное дополнение к нему, как его геометрические
описать. Вот у нас определение. Когда фиксировано подпространство L, ортогональное уравнение состоит из таких векторов U, которые ортогональны всем векторам V и Z. И что получится в этом примере? Это у нас это пространство имеет размерность 1. Давайте квартиру изобразим. Вектор, любой вектор V из пространства L лежит на прямой P и имеет начало, при этом мы рассматриваем только векторы с началом в точке O. Так вот у нас описывается подпространство L. У нас фиксирована прямая P, и подпространство L состоит из векторов V с началом в точке O, лежащих на прямой P. А нужно нам описать ортогональное дополнение к подпространству A, а оно состоит из векторов U, перпендикулярных всем векторам V из подпространства A. Это прямая перпендикулярная прямой P, проходящая через точку U. Почти правильно, идея правильная, но надо аккуратно формулировать. У нас это подмножество будет не прямой, а оно будет состоять из векторов, лежащих на прямой π с волной, обозначим ее, перпендикулярных прямой π. У нас мы рассмотрим прямую π с волной. Прямая перпендикулярная I. На ней рассмотрим векторы U. И ясно, что именно такие векторы U перпендикулярны всем векторам V, лежащим на прямой P. И значит, это множество состоит из векторов, лежащих на прямой P с волной. Хорошо, теперь это здесь все понятно. Ну, теперь аналогичный вопрос про трехмерное пространство. Пусть нам дано пространство. Рассмотрим точку О в трехмерном пространстве. Рассмотрим пространство всех векторов сначала в точке О. Оно уже трехмерное. На нем есть стандартное столярное произведение. Дальше рассмотрим плоскость, проходящую через точку О, и подпространство L, состоящее из векторов, лежащих в этой плоскости. Тогда как описать его ортогональное дополнение? Это будут вектора, принадлежащие к плоскости, перпендикулярно прямой, проходящей через точку О. Аккуратнее. Пространство L двумерное на этот раз. Я беру я фиксирую плоскость, проходящую через точку O, и рассматриваю пространство двумерное подпространство L, состоящее из всех векторов на этой плоскости. Каким будет ортогональное дополнение к нему?
векторов, лежащих напрямую, перпендикулярно к этой плоскости. Да, оно будет, ортогональное наклонение будет одномерным. Подпространство L уже двумерное, а ортогональное наклонение одномерное, оно состоит из векторов, лежащих напрямой перпендикулярной этой плоскости. Обратите внимание, что сумма размерности L и размерности ортогонального наклонения равна размерности всего пространства. И это верно всегда. Мы до этого докажем. Ну и закрепляющий пример. Снова рассматриваем точку в пространстве, точку в трехмерном пространстве. Дальше пространство векторов по-прежнему сначала в этой точке. Теперь мы фиксируем прямую, проходящую через О, прямая в трехмерном пространстве, рассматриваем одномерное подпространство L, состоящее из векторов, лежащих на этой прямой. Значит, L у нас теперь одномерное подпространство трехмерного пространства. Как описать ортогональное дополнение к нему? Ну, теперь это будут вектора, принадлежащие плоскости, проходящие через точку P, перпендикулярно непрямой. Да, совершенно верно. Значит, у нас фиксирована прямая, проходящая через точку O в трехмерном пространстве. Подпространство L состоит из векторов на этой прямой. Тогда ортогональное дополнение к подпространству L будет состоять из векторов, лежащих на двумерной плоскости перпендикулярной данной фиксированной прямой. Снова размерность, на этот раз размерность L равна 1, размерность ортогонального дополнения равна 2. Снова видим, что размерность L плюс размерность ортогонального дополнения равна 3, то есть равна размерности всего пространства. И здесь тоже, значит, здесь размерность L равна 1, размерность ортогонального дополнения тоже равна 1, сумма размерностей их равна 2, что есть размерность всего пространства. Хорошо, примеры мы разобрали, теперь будем доказывать общие свойства ортогональных дополнений. Еще один такой простой совсем пример. Даже два. Пример. Второй пример совсем простой. Что у нас Е, любое евклидово пространство. Возьмем в качестве подпространства L нулевое подпространство. То есть подпространство размерности 0, состоящее только из нулевого вектора. Давайте опишем ортогональное дополнение к нему. Да, это ортогональное дополнение к нулевому подпространству равно всему евклидовому пространству, поскольку любой вектор из E будет ортогонален всем векторам из L, поскольку L содержит только нулевой вектор, а нулевой вектор ортогонален любому вообще вектору. И пример номер 3. Теперь мы снова рассматриваем произвольное евклидово пространство. И в качестве L мы возьмем само E. Само E тоже является подпространством.
Давайте опишем ортогональное дополнение для подпространства L равного E. Нулевой вектор? Нулевой вектор? Да, да, это просто нулевое подпространство. Кстати, вот это уже менее тривиально, это нужно доказывать. Давайте докажем, кстати. Что такое в этом примере, как будет выглядеть ортогональное дополнение в этом примере? Это будет множество, состоящее из векторов U. Таких, что U перпендикулярен любому вектору V из подпространства L, которое в данном случае равно E. То есть L ортогональная состоит из всех векторов, состоит из векторов U, которые перпендикулярны всем векторам нашего евклидового пространства E. И мы утверждаем, что только нулевой вектор U удовлетворяет этому свойству. Почему? Ну так, можно воспользоваться леммами. Предлагаю воспользоваться леммой 1. Ну, мы знаем, что скалярное произведение U с нулевым вектором будет равно нулю. Да. Значит, можем приравнять и сказать, что у нас V равен нулю. Не понял. Еще раз, что-то я и вас не понимаю. У нас скалярное произведение U с нулем. U с нулем равно нулю, это понятно, да. Да. У нас U на V равно нулю. В нашем множестве, которое мы хотим построить. Ну, значит, у нас V равно нулю. Вы можете на доске написать что-то, вы близкое к истине говорите, но не совсем понятно. Мы знаем, что у нас скалярное произведение вектора U с нулевым даст нулевым. Да, это верно для любого вектора U, да. Да, и мы строим, ну, как бы такое множество векторов, в котором у нас вектор U с V тоже будет равно нулю. Так. Ну, значит, мы можем сказать, что у нас U с нулевой равно U с вектором V. Ну да. Значит, вы смотрите, вы берете вектор U отсюда. Не, ну какой-то U из евклидова просто. Есть. Хорошо. U у нас. Значит, давайте аккуратно. Значит, вы уже не первый семестр учитесь. Напишите аккуратно ваше утверждение. Обозначение можете менять. И прошу вас написать аккуратное утверждение. Строгое математически. Давайте оформите его в виде леммы 3. Напишите лемма 3 и сформулируйте ее. Вот можно это сделать. Лемма 3. И очень подробно и аккуратно для тренировки напишите. Есть, наверное, можно сказать, что у нас есть какой-то, ну, любой вектор U,
принадлежащий ортогональному дополнению. Значит, мы сейчас формулируем некоторые свойства евклидовых пространств. Mm-hmm. Поэтому про ортогональное в лемме 3 не надо говорить про ортогональное дополнение. Вы в ней напишите некоторые свойства евклидовых пространств, которые свойства, которые позволят нам доказать вот это утверждение. То есть пусть у нас есть какой-то вектор U из евклидового пространства. Да. И мы знаем, пусть получается, когда у нас есть вектор U и вектор V из евклидового пространства, да. Мы знаем, что у нас вектор U с вектором V скалярно равен нулю. Тогда вектор V будет равен нулю. Так. Аккуратно. Значит, я прошу вас писать очень аккуратно и подробно. И квантеры ставить где требуется. Вы не хотите квантор куда-нибудь какой-нибудь поставить? Нет, тут для всех. Квантор это... Для всех. Квантеры у нас есть. Существует и для всех. Да, где-то для всех должно быть. Для всех? Да. А, ну для всех. То есть пусть здесь, наверное, пусть у нас есть вектор V из евклидового пространства, мы скажем, что для любого вектора U из этого же евклидового пространства выполняется, что на V равно нулю. Так. Да. Тогда V будет равен нулю. Хорошо, значит, вы, наверное, я сейчас вас попрошу и доказательство написать, а для этого вы, наверное, будете использовать лемму 1, а для этого, и тогда я прошу вас сменить обозначение, чтобы не путать его с обозначением лемма 1. Все правильно, только давайте напишем здесь какую-нибудь другую букву, допустим, P, чтобы не путать обозначение с леммой 1. Вектор P. Вот. И вот теперь прошу вас доказать лемму 3, воспользовавшись леммой 1. Ну, то есть мы знаем, ну, по условию леммы, что U скалярно с вектором P равно нулю. Также из свойств евклидового пространства мы знаем, что у нас то есть это выполняется для любого вектора U из евклидового пространства. Мы знаем, что U скалярно с нулем будет равно нулю. Да. Также по условию имеем, что U скалярно с вектором P тоже дает нулю. И также для любого U из евклидового пространства. Да. Значит, отсюда мы можем приравнять. Да. Вектор U скалярно умноженный на 0 мы можем приравнять с вектором U скалярно умноженным на P. Угу. То есть и это будет верно для любого U из евклидового пространства. Угу. Ну и отсюда мы можем сделать вывод по лемме 1. Что у нас P равно нулю. Согласен, но чтобы всем стало понятно, напишите, мы применяем лемму 1 для каких векторов? В лемме 1 фигурируют V, V с волной и W. Значит, напишите по лемме 1 для V такого-то, V с волной такого-то и W такого-то. По лемме 1 для векторов каких? Для V равного тому-то. Для V равного получается вектору U. V с волной. Нет. Наверное, будет дубль
v равный вектору u, v равный вектору p и v склонное равный вектору u. Да, именно так. Применяя лемму 1 для этих векторов, получаем, что v равно 2. Итак, доказали мы лемму 3. Она говорит, что если нам дан вектор P такой, что скалярное произведение P с U равно нулю для любого U из E, то обязательно P равно нулю. А вот здесь у нас как раз, здесь у нас, правда, значения другие. Здесь рассматривается как раз, мы берем вектор U, итак, лемма 3 говорит, что если вектор P ортогонален всем векторам Евклидова пространства, то обязательно P сам равен нулю. А здесь у нас берется вектор U, ортогональный всем векторам V Евклидова пространства E, значит, U равно обязательно нулю, то есть это ортогональное дополнение содержит только нулевой вектор. И действительно, пример 3 мы правильно написали. Давайте продолжим общие свойства ортогональных дополнений изучать. Теорема у нас сегодня была теорема 1, да? Теперь будет теорема 2. Поэтому все-таки назову ее теоремой. Нам дано векторное пространство E и Евклидово пространство E. И вопрос поставим. Значит, тогда мы можем рассмотреть это ортогональное дополнение. Оно здесь в определении, оно описано просто как множество. А в примерах это множество каждый раз оказывалось тоже векторным подпространством. И оказывается, это верно всегда. Тогда ортогональное дополнение тоже является векторным подпространством. Возьмем два любых вектора из ортогонального дополнения и
число лямбда вещественное. Что мы имеем? Согласно определению ортогонального наклонения, для любого V из L векторы U и U с волной перпендикулярны или ортогональны вектору V. То есть вот такие скалярные произведения равны нулю. Мы хотим доказать, что ортогональное дополнение является векторным по пространству, значит, нужно доказать, что сумма их, сумма у и у с волной принадлежит ортогональному дополнению, и лямбда у тоже ему принадлежит. Значит, нужно, да, запишем, что это значит, что вот эта сумма принадлежит ортогональному дополнению, что это, собственно, значит. А там V, да, принадлежит L или... Да, здесь вот из вектора, конечно, да, спасибо, вот. Из ортогонального дополнения, да. Таким, то есть... нужно доказать. Нужно доказать, что для любого V из L скорее разведение U плюс U с волной с V равно нулю. И вот это тоже скалярное наведение одному лямбда у с v. Пишем. Здесь по линейности можно написать сумму двух скалярных наведений. Значит, согласно предположению, каждая из них равно нулю. Так что, действительно, это верно. Дальше, опять же, по линейности, это скалярное произведение равно лямбда умножить на скалярное произведение у с v, которое равно нулю. Так что все получилось. Теорема 2 доказана. Теперь мы докажем утверждение более серьезное.
сейчас у нас будет теорема 3. Мы рассматриваем евклидово пространство размерности n и в нем векторное пространство размерности К. Тогда существует ортогональный базис Е1, Е2, так далее, ЕК, ЕК плюс 1 и так далее, ЕН. В пространстве Е. Такой, что Е1, ЕК, базис, ортогональный базис для A. Давайте продумаем формулировку. Нам дано n-мерное евклидово пространство. Мы в нем выбираем, в нем дано какое-то векторное подпространство L, имеющее размерность K. И утверждается, что можно выбрать базис Е1, Е2 и так далее, ЕН для всего пространства Е. И базис можно, ортогональный базис. И этот ортогональный базис можно выбрать так, что первые k векторов из этого базиса будут образовывать ортогональный базис для подпространства L. Вот такая теорема. Мы ее докажем в понедельник, а сейчас ею воспользуемся, чтобы доказать некоторые свойства ортогональных дополнений.
какую теорему? Используем обозначение из теоремы 3. У нас n-мерные виды пространства. L от пространства размерности k. E1 и так далее. EK. EK плюс 1 и так далее. EN. Ортогональный базис для E такой. Такой, что ЕК, Е1, ЕК ортогональный базис для L. Тогда вот у нас ситуация из теоремы 3. Тогда векторы ЕК плюс 1 и так далее ЕН образуют базис для ортогонального дополнения. Получаем разве что размерность ортогонального дополнения равна n минус k. Ну, это является следствием основного утверждения, но основное утверждение гораздо больше говорит. Оно говорит не только о размерности ортогонального дополнения, оно дает для него явный базис, что приятно. Значит, еще раз. У нас n-мерное Евклидово пространство. В нем выбрано векторное дано в нем произвольное векторное подпространство размерности k. И по теореме 3 существует ортогональный базис E1, EN для всего пространства E, такой, что первые k векторов этого базиса образуют базис для подпространства L. Если вот это все нам дано, то оказывается, что вектора EK плюс 1 и так далее EN обязательно образуют ортогональный базис для этого подпространства, которое равно ортогональному дополнению к Е. Давайте докажем. У нас мы вначале заметим, что мы возьмем любой вектор V из L, разложим его по базису E1, EK. Тогда и теперь возьмем L от 1 от k плюс 1 до n
И заметим, что EL перпендикулярен вектору V, поскольку это скалярное определение EL с V можно записать так, подставив вместо V эту формулу, мы получим, что оно равно сумме вот таких скалярных произведений. И это все равно нулю, поскольку каждое из этих скалярных произведений равно нулю. У нас векторы ортогонального Вайса попарно ортогональные. У нас EL у нас больше, чем K, поэтому здесь EL с EITым это E и EIT это разные векторы из ортогонального байса, значит их скалярное произведение равно нулю, значит все скалярное произведение равно нулю. Таким образом, вектор EL перпендикулярен или ортогонален любому вектору V из L, значит EL принадлежит пространству, принадлежит ортогональному дополнению, то есть мы, вот, а L у нас вот из таких индексов, значит векторы EK плюс 1 и так далее EN принадлежат все этому ортогональному дополнению, они линейно независимы, поскольку они являются частью вадиса пространства E. Значит, осталось доказать, что нужно доказать, чтобы доказать, что это базис для ортогонального дополнения, нужно доказать, что их линейная оболочка равна этому ортогональному дополнению. Для этого мы возьмем произвольный вектор U из ортогонального дополнения, разложим его по базису всему от 1 до n. Вот. И, значит, у нас вектор, значит, у нас U перпендикулярен для любого V из L, у нас U перпендикулярен вектору V, значит, вот такие скалярные произведения равны нулю, U с E и тым, где и от 1 до k. Поскольку вектора E1 и так далее EK принадлежат нашему пространству L, значит вектор U перпендикулярен им всем. Хорошо, тогда что? Тогда, вычисляя U с EITым, здесь мы получаем такое выражение. Значит, это равно и тому, как мы уже знаем, это равно уи тому умноженному на скалярное произведение ei на ei. А по условию для i от 1 до k это все равно нулю, а это не равно нулю. Значит, уи т равно нулю. И у нас от 1 до k. И получилось, что уитая при и от 1, равном от 1 до k равно 0.
таким образом наш вектор, смотрите, значит, у нас вектор U написан как линейная комбинация всех базисных векторов от 1 до n. А тут мы поняли, что в этой линейной комбинации коэффициенты уита, где и от 1 до k равны нулю. То есть в этой сумме некоторые координаты ужитые равны нулю. А именно равны нулю координаты при векторах еитае от 1 до k. То есть вот. Координаты уитая для вектора u равны нулю, где и от 1 до k. Таким образом, вектор u у нас равен вот этой сумме, разложенному по всему базису, но коэффициенты при векторах еитая, где и от 1 до k равны нулю. И получается у нас разложение по вот этим векторам. Можно написать так. L от k плюс 1 до n L на E. И это, значит, таким образом он принадлежит линейной оболочке тех векторов. Все, спасибо. Если что-то не ясно в этом доказательстве, я готов ответить на вопрос.